Бюджет городского поселения сегодня находится в стадии доработки. И ситуация непростая. Бюджет городского поселения, видно, был подготовлен и внесен в установленные сроки. Есть определенные правила, порядок предоставления бюджета. Есть вопросы и у депутатов, безусловно. Тем не менее, мы пытаемся найти компромиссное решение. И в этой связи первый раз мы встречались 21 ноября было. Комиссии, потом 13-го этой комиссии бюджетные и заседание Совета депутатов. И вот буквально 18 декабря мы тоже встречались, очень долго обсуждали. Были просто встречи, такие, знаете, разъяснительно-пояснительные. Вопросов действительно, ну, понятно, много. Все даже правки и какие-то моменты, которые сегодня нам предлагают депутаты, мы готовы рассматривать, и я рассматриваю, я даже поддерживаю. Интересно, есть ли предложение. Но мы должны понимать, что все должно соответствовать нормативно-правовым актам, принятым в городском поселении, должны отвечать действующему законодательству. А главное, мы должны понимать, что возможностям бюджета, доходная часть, расходная, мы должны понимать, сколько мы можем получить, сколько мы можем потратить, на какие цели. Есть полномочия, и вот согласно этим полномочиям и надо исполнять бюджет. Выход-то из ситуации какой-то есть? Выход очень простой. Друг друга уважать, друг друга слышать. Надо понимать, что за один год мы всех проблем не решим. Можно долго спорить, иметь разные политические взгляды, но бюджет есть бюджет. Это двухсторонняя работа.